Всем привет! Меня зовут Жанна, мы вновь говорим о парфюмерии. И, девчонки, хочу рассказать о своем подарке на Новый год, который я все-таки себе купила. Долго об этом мечтала, потому что цена на парфюмы Kilian всегда запредельная, но решила, что все-таки мечты должны сбываться, и к Новому году купила наборчик миниатюр из Килиана. Хочу вместе с вами сейчас их распечатать. Это магазин Ароматека, Днепр, Украина. Вот такая красотища. Такая красотища. Тут 5 миниатюрок. Хорошо очень упаковано. Так. Давайте вместе посмотрим. Самые лучшие ароматы, как я считаю, это, конечно, хорошая девочка, которая становится плохой. Леди в золоте. Прямо к небесам. Белый кристалл. Это любимый парфюм моего мужа. Далее. Любовь без стеснения. Love. Kilian. И черный фантом. Так. Очень интересно, как оно открывается. Ага. Ух ты. Ух тышка. Девчонки. Вот вы знаете, вы сейчас видите такую красоту. Я хочу вам передать, что уже вся машина у нас заполнилась ароматами. Ароматами от Kilian. Тут 5 миниатюрок по 10 грамм. И вот хочу крайнее. Вот эта леди в золоте. Ребята, это так здорово. Я уже довольно счастлива. Кстати, сейчас 30% скидка идет на парфюмы от Kilian, поэтому этот наборчик уже стоил поприличнее. Немножко не так страшно, как это казалось в начале. Ой, какая прелесть. Легко открывается. Ну, так. Нет, не легко, вы знаете. Ой, а запах. Между прочим, очень я вначале расстроилась, что сплэш, то есть не спреи. Но вы знаете, мне кажется, что ведь так и начинались французские духи, да? И их концентрация, особенно ну, киленская, она вот как раз замечательная, чтобы точечное нанесение. Вот сейчас я тестирую леди в золоте. Валер, как аромат? Слышится? Слышится замечательно. Ребят, очень красивый, дорогущий аромат. В общем, вот такая новиночка. Подробнее, конечно, будем тестировать. Я о каждом расскажу свое впечатление. Ух ты, интересно. Ой-ой-ой, как плотно очень входит. Ну вот такая вот красотища. Вот такая красотища теперь в моей коллекции. Хорошая девочка, которая становится плохой. Прямо к небесам белый кристалл. Любовь без стеснения. Черный фантом. И леди в золоте. Если видео было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, покупайте парфюмы, и пусть они добавляют счастья в вашу жизнь.